Певица Ольга Бузова в сторис Инстаграм рассказала о подарке, который ей сделали во время ее гастроли в столицу Киргизии Бишкек. Певице подарили огромный портрет, сделанный из ее фотографий разных времен. На снимках исполнительница в компании своих родственников. Здесь встречаются снимки с мамой, папой и сестрой Анной. «Посмотрите, какой портрет, сделанный из моих фотографий, мне подарили в Бишкеке. Везу его с собой в Санкт-Петербург. Какую красоту сделали! Вот тут мы с папулей и мамочкой. Ой, вообще прям хочется все разглядеть», – заявила она, при этом проигнорировав некоторые снимки, на которых она в обществе сестры. Напомню, что разлад в отношениях произошел после того, как две сестры вернулись со совместного отдыха.